Здравствуйте. Представляем автоклав с корзиной на 200 литров. Кран слива ДУ полдюйма, 2 тена, 2 блока тенов стоит по 6 кВт, 12 кВт. Так, пульт управления вешается на стенку. Стоит терморегулятор, сетевая кнопка, не будет воды загреться аварии. Терморегулятор задает температуру, заданная загреться верхний уровень. И таймер, то есть отработает, то есть в одно положение отрабатывает таймер, либо в другое положение. Работает по таймеру, по давлению и по температуре. Значит, здесь у нас рубашка охлаждения, сюда подаем, для охлаждения сюда подаем, сюда у нас выливается. То есть стоит перемычка, то есть разделяется все. Это для подачи воды сюда внутрь, как бы автоклава. Это значит, здесь у нас переливная трубка стоит, здесь вакуумный аварийный клапан, ну и манометр стоит. Ну, пульт как бы вешается на стенку. Крышка на болтах разбирается, ручка для того, чтобы можно было удобно вытащить ее. Ну и корзина так само вынимается вручную. Ну, автоклав готов к работе.